Всем привет, с вами канал Все про Android, и сегодня речь пойдет о приложении, которое называется MultiDialer Plus. Приложение чем интересно? Тем, что оно поможет вам получить на вашем смартфоне звонилочку в стиле Android Lollipop. Скажу сразу, что приложение имеет несколько виджетов. Вот я поместил два виджета, как это все дело организовано. То есть есть возможность поместить виджет звонилочки, откуда можно набирать сразу номер, и вот такой вот виджет, который абсолютно листаемый, и отсюда вы сможете управлять контактами или прямо отсюда, прямо из этого виджета совершать звонки. Еще один виджет, который помещается в панель быстрого доступа, в шторочку, потянув шторочку, вы получите доступ сразу к звонилке, откуда вы сможете совершать тоже звоночки. Есть еще третий виджет, но я думаю, что разобраться уже с этим виджетом будет несложно, добавив его на свой рабочий стол. Как выглядит сама звонилочка? Во-первых, то, что самое примечательное, это стиль Android Lollipop. Темы. Тем выбор просто огромен. Помимо того, что есть одноцветные темы, есть темы с градиентом. Вот так вот выглядят темы с градиентом. И есть возможность данные темы понастроить по своему усмотрению. Допустим, вы хотите изменить какой-то определенный цвет, выставить для вашей звонилочки. Вот так все это дело будет выглядеть. То есть, выбрав определенный цвет, применить, и ваша звонилка будет выглядеть именно так. Быстрый доступ к контактам есть. Быстрый доступ к исходящим, выходящим звонкам. Во-первых, получить доступ к контактам можно свайпом по клавиатуре. Вот так все это дело выглядит. Как видите, есть выбор контактов на русском языке. Далее, свайп по клавиатуре. Доступ к совершенным звонкам, которые можно отфильтровать по входящим, исходящим, пропущенным, отклоненным, удалить вызовы и посмотреть также статистику совершенных звонков. Фильтр это всем понятно, то есть отсюда параметры удаления, какие вызовы вы хотели бы удалить. В программке есть очень интересный FAQ, который, насколько я понимаю, был выполнен одним из пользователей FOPDA, который поместил вот русифицированную версию, которую, как я уже сказал, вы сможете скачать из сайта, вернее, сайта FOPDA. Все интересно расписано, как добавлять свои жесты, как все дело организовано, как добавить, допустим, быстрый набор на клавиши, можно данной подфункции виджеты и уведомления организовать. То есть настройки все на русском языке. Разобраться с программкой будет несложно. Есть возможность настроить силу вибрацию, настроить прозрачность для вашей звонилочки. То есть все прекрасно организовано, все доступно, все на русском языке. Так что если кому-то будет интересна данная звонилка, то можно устанавливать и пробовать на своем смартфоне. Из основного окошка можно отправлять смс, и по нажатию на, допустим, трубочку будет осуществляться звонок предыдущий, то есть звонок, который вы совершали до этого. Тем просто, как я уже сказал, огромное множество. Ну, сейчас поставим какую-то темку с градиентом, чтобы посмотреть, как все это дело выглядит. Вот тема с градиентом. Вот этих полос, конечно же, не будет, потому что это баг такой вот небольшой моей программки. Вот такая вот, на мой взгляд, интересная звонилочка, которая поможет вам разнообразить ваш смартфончик и организовать, как я уже сказал, звонилку в стиле Android 5.0. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, качайте приложение по ссылкам в описании видео. Надеюсь, видео вам пригодится. До новых встреч!